Это рай, мистер Билл. Пожалуйста, садитесь. Вы связались с первородными силами природы, мистер Билл. Мне это не нужно. Это понятно? Вы думаете, что остановили деловую сделку? Не в этом дело. Арабы выкачали из этой страны миллиарды долларов, и теперь они должны вернуть их. Это как отлив и прилив. Сила природы. Это экологический баланс. Вы старый человек, мыслящий категориями наций и народов. Но наций нет. Нет народов. Нет русских. Нет арабов. Нет стран третьего мира. Нет Запада. Есть только одна целостная система систем. Одно широкое и постоянное, переплетенное, взаимодействующее, множественное, мультинациональное доминирование долларов. Бензиновые доллары, электродоллары, мультидоллары, немецкие марки, кроны, рубли, фунты и шекели. Это международная система расчетов, которая определяет общность жизни на этой планете. Сегодня это естественный порядок вещей. Сегодня это атомарное, субатомарное и галактическая структура вещей. И вы связались с первородными силами природы. И вы поплатитесь за это. Я понятно объясняю, мистер Билл? Вы появляетесь на своем маленьком экранчике и рассуждаете об Америке и демократии. Америки нет. Демократии нет. Есть только IBM, ITT, TNT, DuPont, Dow, Объединенная Карбидная и Эксон. Сегодня они являются нациями мира. Как вы думаете, о чем говорят русские в своих посольствах? О Карле Марксе? Они составляют свои линейные чарты, теории статистических решений, решения разных проблем и выводят примерные затраты на возможности своих сделок и инвестиций, так же, как и мы. Мы больше не живем в мире наций и идеологии, мистер Билл. Мир стал колледжем корпораций, твердо управляемым непреложными законами бизнеса. Мир — это бизнес, мистер Билл. Он стал таким с тех пор, как человек выполз из грязи. И наши дети будут жить... Мистер Билл, чтобы увидеть этот идеальный мир, в котором не будет войн и феминизма, угнетения и жестокости. Одна огромная вселенская компания, в которой будет работать все человечество для получения прибыли, в которой у каждого человека будет доля акций и будет учтено все необходимое. Все заботы будут ликвидированы. И вся скука развеяно. Я выбрал вас, мистер Билл, для предсказания этой вести. Почему я? Потому что ты на телевидении, кретин. Каждый вечер с понедельника по пятницу на вас смотрит 60 миллионов человек. Я видел лицо Бога.